А это кадры из Польши, снятые в поезде. Состав на огромной скорости проходит поворот, за которым переезд, а на рельсах застрявший грузовик. Столкновение не избежать, но машинист не растерялся. Он бросился в салон вагона и успел предупредить пассажиров. Сейчас будет удар. Те моментально пригнулись, кто-то лег в проходе. Через несколько мгновений поезд таранит авто и продолжает движение. В результате аварии никто не пострадал. Некоторые интернет-пользователи решили, что машинист запаниковал и сбежал. Но, по мнению специалистов, он все сделал правильно. По инструкции необходимо покинуть кабину, если предотвратить столкновение невозможно.